там с собой тащить. Там. Теперь, кисти. Для пленэра вы можете взять вот самые такие, чуть ли не флейцы. Зашли в любой там строительный магазин, купили флейц. Вот сегодня тоже попробуем там, написать. То есть это тоже как бы, да, не удорожает ваши живописные занятия. А теперь как бы капелька дегтя в пленэрную живопись. То есть если все вот это вот дешево, да, происходит. А, этюдник. Как бы хорошо бы как бы иметь этюдник. Для того, чтобы там носить с собой краски, там разложить, он сразу там с ногами и так далее, и так далее. То есть, во-первых, вы будете эффектно выглядеть, вот, во-вторых, оно он просто достаточно удобно. Он удобен, он продуман, он уже там прослужил там не одно десятилетие, может быть, даже не одно столетие. Этюдник как таковой прослужил для пленэрной живописи. Это проверенная вещь, и, в общем-то, ее желательно иметь дома. Один раз купили и все, и забыли.